Вашему вниманию представляется проект закона Тверской области о градостроительной деятельности на территории Тверской области. Данный проект вносится губернатором Тверской области в порядке законодательной инициативы. Основной ключевой целью настоящего законопроекта является приведение регионального законодательства в соответствии с федеральным законодательством. В настоящее время на территории Тверской области действует закон о градостроительной деятельности на территории Тверской области 58-й ЗО, принятый в июне 2006 года. В 2009-2010 году в этот закон вносились поправки. Но стоит отметить, что градостроительный кодекс Российской Федерации является очень подвижным законом. За время его действия с конца 2004 года было внесено более 40 поправок. В 2011 году в градостроительный кодекс Российской Федерации было внесено 13 поправок, которые касаются очень серьезных вопросов, во многом принципиально меняют подходы к территориальному планированию, к ряду других вопросов и имеют непосредственное отношение к полномочиям субъекта Российской Федерации в сфере градостроительной деятельности. Данный законопроект направлен на регулирование отношений в сфере градостроительной деятельности на территории Тверской области в пределах полномочий, установленных для субъекта Российской Федерации. Проект закона Тверской области о градостроительной деятельности на территории Тверской области подготовлен в целях приведения законодательства Тверской области о градостроительной деятельности в соответствии с федеральным законодательством и в связи с внесением федеральными законами изменений в градостроительный кодекс Российской Федерации, а также с проведенным мероприятием по оптимизации структуры исполнительных органов государственной власти Тверской области. Конкретно что? Значит, в 2011 году были внесены многочисленные около 20 изменений в базовый градостроительный кодекс Российской Федерации. Поэтому правительство Тверской области не стало вносить изменения и дополнения в старый закон, а разработало новый, который учитывает все новации федерального законодательства. Постоянным комитетом Законодательного собрания области по экономической политике и инвестиционной деятельности и предпринимательству рекомендовано Законодательному собранию Тверской области принять проект закона Тверской области о градостроительной деятельности на территории Тверской области. Постоянный комитет Законодательного собрания Тверской области по строительству жилищно-коммунальному комплексу и тарифам рекомендует Законодательному собранию Тверской области принять в первом чтении проект закона Тверской области о градостроительной деятельности на территории Тверской области.